Добрый день, Валерий Васильевич. Добрый день, наши уважаемые сельхозпроизводители. Михаил Александрович, подскажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день, да и уже достаточно давно, возникает вопрос, стоит ли применять биодеструкторы на разложение растительных остатков? Потому что есть многие мнения, сейчас стоит, работает, не работает, нужно, не нужно. Хотелось бы узнать ваше личное мнение по этому поводу. Дело в том, что однозначный ответ подсказывает само течение, само ведение сегодняшнего сельхозяйства. Конечно, разлагать нужно, нужно стараться ускорить разложение по той простой причине, что природных сил для нормального природного разложения уже достаточно не хватает. Поэтому ускорить разложение пожизненных остатков и увеличить от этого эффект, конечно, это очень актуально и очень полезно на сегодняшний день. Начиная от простого снижения механических обработок в дальнейшем, то есть легче будет запахиваться, полнее будет оборот пласта, существенно снижаются затраты и необходимость в культивациях. В весенний период можно раньше заехать в поле, поскольку ранневесенние работы на уже разложившихся пожизненных остатков, будь то баранование, культивация или другие агротехнические приемы, будут достаточно легкие. Михаил Александрович, а вот такой вопрос. Приносят ли пользу сами растительные остатки, если мы их разлагаем, не сжигаем, там, не вывозим с поля? Если они остаются у нас в поле, и мы их разлагаем, вносим, так сказать, эти растительные остатки в почву, есть ли от них вообще реальная какая-то польза? Безусловно, польза есть, начиная от простой пользы, в том числе пополнения органического вещества почвы. А также в классической агрохимии принято считать, что одна тонна разложившейся, подчеркну, разложившейся соломы по своим полезным свойствам сопоставима с 5-6 тоннами внесения навоза. Михаил Александрович, а вот в ваших технологиях, которые вы применяете, какие препараты, как они называются, чем они, может быть, отличаются? Мы используем в своих рекомендациях, в своей деятельности препараты серии InBioFit. В чем их особенность? Эти препараты работают не только на разложение, ускорение разложения пожизненных остатков, но и на санацию почвы, что зачастую бывает более важным, чем ускоренное разложение. То есть, я так понимаю, это не просто, не простой какой-то препарат? То есть его состав как бы... Нет, это многоштамбовый полиродовой чисто бактериальный препарат, который состоит из нескольких составляющих. Одна часть работает на санацию, то есть недопущение повторного заражения пожизненных остатков вредной для нас микробиотой, а вторая его часть работает на как раз таки на ускорение разложения пожизненных остатков. А скажите, вот, ну, есть стандартные какие-то у всех производителей дозировки применения? Скажите, от количества, ведь можно от урожая, как мы знаем, ну, примерно на пшенице, да, там, остается достаточно, это, 50 центнеров собрали, значит, 5 тонн соломы считается, что там, грубо говоря, в среднем. Там, от количества самих растительных остатков есть какая-то, ну, я имею в виду, дозировки, может быть, как-то меняются? Безусловно, чем больше остаток остается пожизненных остатков, чем больше в них целлюлозной, так сказать, составляющей, что касается особенно пожизненных остатков кукурузы, конечно, меняются дозировки. Дозировки обычно идут от 2 до 3 литров на гектар в зависимости от оставшегося количества пожизненных остатков. Хорошо, тогда такой вопрос. Вот сейчас очень сильно распространены препараты на основе триходермы. И, насколько я знаю, то, в принципе, достаточно хорошие результаты у этих препаратов. Чем препараты на основе триходермы отличаются от препаратов InBioFit? Об усиливающее действие
триходерма известна давно. Триходерма, кстати, не единственная, не единственные препараты на основе триходермы, не единственные, которые способны это делать. Но они достаточно давно известны, они легки в производстве, они относительно дешевы. Поэтому и получили такое быстрое распространение. Но на смену их приходят более сложные составы, которые работают более надежно, более ускоренно разлагают пожарные остатки. Поэтому считать триходерму единственной было бы неправильно, но тем не менее триходерма действительно работает, очень неплохо разлагает пожарные остатки, хотя и есть, так сказать, подводные камни. Например, весной в анализах пожарных остатков и почвы триходерма уже не прослеживается, как аборигенная, хотя аборигенная в небольшом количестве, так и внесенная. Почему? Разложив целлюлозу до простых сахаров, триходерма является своеобразной пищей для других почвообитающих, так сказать, объектов. Поэтому к весне она не сохраняется. То есть, я так понимаю, триходерма не является каким-то санирующим? Нет, у триходермы таких свойств нет. То есть она выполняет функцию только на разложение, На деструкцию соломы она, безусловно, работает. Работает очень даже неплохо, но не более того. Ну вот смотрите, Михаил Александрович, в принципе, проблема деструкции возникла тогда, когда запретили жечь солому. Перестали жечь солому, соответственно, соломой надо что-то делать. Да? Животноводство еще не сильно развито, но любой как бы сельхозпроизводитель знает, что ну, биопрепараты там то работают, то не работают, они сомневаются в них. И очень часто люди применяют азотсодержащие удобрения на разложение растительных остатков. Вы можете как-нибудь пояснить вот это? Есть ли от этого эффект? Что оно приносит? Валерий Васильевич, но я как много лет практикующий агроном, я испытывал различные способы работы с пожневными остатками, с растительными остатками. Вопрос в следующем. Большого разлагающего эффекта от внесения больших доз азотных удобрений, в частности селитры, я лично не ощутил. Я могу объяснить почему, потому как не просто так, надо знать почему. Во-первых, для того, чтобы азотные удобрения работали, а они не сами азотные удобрения являются разрушителями целлюлозы пожарных остатков, азот питает ту микробиоту, которая потом в почве работает на разложение пожарных остатков. Но в сухой почве никакие микробиологические процессы не происходят. А у нас послеуборочный период, как правило, жарко, сухо, и азотные удобрения в этот момент работать не будет. Кроме того, пролежав достаточно длительный промежуток времени на поверхности почвы или с неглубокой заделкой, происходит потеря азота из той же селитры. Кроме того, не надо забывать о ценовом вопросе. Те рекомендованные дозы селитры 100-200 килограммов на гектар стоит на сегодняшний день достаточно больших денег. Это в 6-8 раз дороже, чем любой из предлагаемых сегодня на рынке деструкторов соломы. И есть еще один такой маленький нюанс. Мы очень сильно последние годы увлеклись вообще дозами азотных удобрений. Рано весной вносится уже 300, 400, а то и 500 килограммов в селитры на гектар. А если мы дополнительно еще внесем эти же 100-200 килограммов селитры в летний период, в жаркое время года, то эта селитра дополнительно будет уничтожать и так скудную микробиоту почвы. Получается так, что азотное удобрение — это не деструктор. Конечно, селитра и любое другое азот, содержащее удобрение, является источником питания для тех бактерий, для тех микробиологических процессов, которые будут происходить в почве. Сам по себе азот не является деструктором. Так, хорошо.
А скажите тогда, пожалуйста, иногда в ваших рекомендациях при применении деструкторов появляется для закрепления этих препаратов, этих бактерий, некий препарат, некий другой препарат? Ну, не некоторый другой, а это конкретный препарат, который был подобран под препараты серии NBiofit. Это проникающий прилипатель EPA-10. Который испытан на всех этих вопросах, который проведен в лабораторных, что делает этот прилипатель? Прежде всего, он закрепляет внесенные бактерии на поверхности пожненных остатков. Они уже вместе с клеем, они уже никуда не деваются. Следующий момент, как проникатель, он усиливает проникающую способность бактерий в ткани пожненных остатков, вовнутрь, под поверхностную структуру. Следующий момент, поскольку внесенный EPA-10 имеет пористую структуру, он подтягивает к себе влагу из воздуха и тем самым запускает уже начало работы NBiofit'а даже в достаточно сухое время. Кроме того, в его состав входят сахара, которые являются первоначальным источником питания для тех же бактерий. А, то есть это как стартовая доза? Да. Именно так. Даже если они попадают в неблагоприятные условия, в нашем случае это зачастую засуха, да? То есть они его как консервируют и как первоначальное питание. Совершенно верно. Еще я должен оговориться о следующем. Поскольку препараты серии NBiofit это чисто бактериальные препараты, они не столь чувствительны к негативному влиянию ультрафиолетового излучения. В отличие от той же триходермы, которая не более 4-6 часов способна выдержать интенсивное ультрафиолетовое излучение. Она погибает. Бактерии, они могут впадать в анабиоз, капсулироваться и начать свою плодотворную работу уже при наступлении благоприятных условий. Ну скажите, а вот если действительно люди сталкиваются и отрицание у них получается именно из-за того, что засушливая погода, влаги в почве нет, и типа я вообще не буду применять ничего, сейчас запашу и все. Есть ли рецепты, есть какие-то, грубо говоря, другие возможности применения этих препаратов, может быть, чуть дальше, может, там это поставить? Путей применения препаратов серии NBiofit несколько. Во-первых, здесь, если мы вносим состав, который влияет на санацию пожженных остатков, то чем быстрее мы внесем за уборкой, тем быстрее. Эффект санации наступает практически сразу же после их внесения. Что касается части, которая работает на ускорение разложения пожженных остатков. Здесь ситуация такая. Безусловно, в сухой почве никакие микробиологические процессы не происходят. Поэтому путей несколько. Вообще оптимальное это, конечно, внесение следом за комбайном. То ли под дисковку, то ли те, кто работает давно с этим делом, устанавливают опрыскивающее оборудование на сами дискаторы. И здесь можно работать в любое время. Для тех, то если люди не успевают, не хватает людских ресурсов, не хватает ресурсов техники, да, здесь можно отодвинуть эту работу на более поздний период, когда пойдут осадки. Вообще оптимально, конечно, можно работать без любой заделки, это перед хотя бы небольшими осадками. Тогда препараты полностью закрепляются, начинают сразу работать. И здесь проблема, так сказать, снимается сама собой. Можно перенести на поздний осенний период, хотя бы за 10-12 недели до перехода среднесуточных температур через плюс 5 градусов. Бактерии серии NBiofit прекрасно закрепляются, остаются в рабочем состоянии и весной без всяких дополнительных усилий начинают работать. Некоторые сельхозпроизводители пришли к выводу, что вообще лучше работать весной, когда есть влага, когда невысокие температуры, но солома является проблемообразующим фактором, как для механических обработок так почвы, так и, допустим, на посеянной тех же озимых культурах отбирает азот, разлагаясь, выделяет различные микотоксины, которые угнетают уже
проросшую озимую пшеницу. То есть путей внесения несколько, и мы можем рекомендовать каждому конкретному сельхозпроизводителю под его конкретные производственные, технологические, финансовые условия. К тому же, Валерий Васильевич, внесенные препараты InBiofeed, которые работают на разложение пожилых остатков, никакого негативного тормозящего эффекта на уже взошедшую зимую пшеницу не производят. То есть они работают сугубо по соломе, то есть по мертвым тканям? Да, совершенно верно. Михаил Александрович, есть еще один маленький вопрос, такой маленький. В последнее время у нас технология наутил становится все более распространенная. И насколько я знаю, что наутильщики далеко не приветствуют, например, работу с пожнивными остатками. Первое, что они говорят, это естественно, пожнивные остатки должны оставаться на поле. И второе, опять-таки, раз без заделки, значит работать не будет. Существуют ли какие-то препараты для наутил, для там классики, для этой разницы какая-нибудь есть? Я смею вас заверить, что далеко не все наутильщики или предприятия, работающие по системе наутил, считают, что оставление пожилых остатков, так сказать, не нужно. Здесь несколько факторов. Каждая теория имеет свое право на существование. Но для того, чтобы удовлетворить и тех, и других, у нас есть и производитель имеет на это возможность производить препараты для ускорения разложения пожилых остатков именно для наутильщиков, для тех, кто даже минимальной заделкой не занимается. Но очень многие наутильщики, даже те, которые считают, что разложение пожилых остатков им не нужно, санация пожилых остатков занимаются очень активно, потому как фитопатогенный фон на наутиле все-таки несколько повышен. То есть есть разные препараты и для наутильщиков, и для пластиков. Да, и подобрать линейку, подобрать технологию, подсказать, как правильно внести, мы это можем. Благодарю вас, Михаил Александрович. Спасибо, удачи всем, до свидания, до встречи на полях.